Костюм съемный, то есть можно ее наряжать во что-то другое. Конечно, он в стилистике русского костюма, это не случайный костюм. И посмотрите, какая у нее косичка, из чего сделана, да? Из льняных ниточек. Экскурсовод историка краеведческого музея Анна Митрохина увлеченно рассказывает о новой выставке «Русская кукла семьи Дмитриевых». Таких экскурсий в день бывает несколько, а сейчас в качестве зрителей и слушателей – многодетные семьи. Культурную программу для них организовало местное отделение партии «Единая Россия». Тематика выставки замечательно подходит под партийный проект «Культура малой родины» и вообще создает предновогоднее настроение. Близится время сказки Нового года. Мы решили этим воспользоваться. Опять же, воспользовались гостеприимством нашего Щелковского историко-краеведческого музея и организовали вот такую экскурсию, посвященную русской кукле. На мероприятие пригласили многодетные семьи. Выставка интересна без преувеличения и детям, и взрослым. Но прежде всего, наверное, девочкам любого возраста. Все-таки речь о куклах. Деревянные и тряпичные, нарядные и скромные – все они в соответствии со старыми традициями созданы семьей художников декоративно-прикладного искусства из Сергиева Посада, известного центра производства игрушки в России. Пожалуй, самые узнаваемые куклы, ставшие нашим национальным достоянием – это легендарные матрешки. Хотя появились они относительно недавно, в самом конце XIX века, всего лишь 100 с небольшим лет назад. Создали ее токарь Звездочкин и художник Малютин в Москве. Вот видите, да, молодцы, внимательно смотрите, умнички. А потом уже ее стали выпускать именно в Сергиево Посаде. То есть первая такая вот классическая матрешка, она как раз из Сергиева Посада и есть. А еще матрешка символизирует самую настоящую многодетную семью. Она и название-то свое получила по имени Матрена, что означает «мать семейства». И на детишек из таких вот больших дружных щелковских семей именно матрешки художников Дмитриевых произвели самое яркое впечатление. Мне очень понравилось, и я не знала, как куклы выглядят. Матрешки. Ну, они красивые. Большие, разные, маленькие, высокие, низкие. А из чего сделаны? Из дерева матрешки сделаны. Безусловно, на такой экскурсии родители и дети получают и положительные эмоции, и новые знания. Приходите в музей и убедитесь в этом сами. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.